Ты заслужил. Элой, мы здесь рады тебе. Элой, как дела? Как подвижки? Да, гей и куболь. Их надо. Ладно. А я займусь. Отправь там, где увидишь. Мы. По поводу духов земли. Три духа. Да, сообщу, как. Хорошо. Мертвые утары и святилище духа земли. Зо сказала, одна из духов сломалась посреди стаи машин. Надо быть внимательнее. Некуда класть. Положу в хранилище. Наверное, не принято. И вероятно. Вот и дух земли. Но чтобы установить код перезагрузки, придется разобраться с машинами. Установить код в духа земли.
Thank you.
Установлю, наконец, код в Духа Земли. Попробуем еще раз. Замечательно. Один есть, осталось два. Зо, ты тут? Я здесь, Улыбна. Я нашла Си и установила код. Я крайне благодарна тебе. Праздник Си всегда был зимой, когда все зерно уже хранилось в амбарах. Мы благодарили друг друга, а все дети получали подарки. Папа подарил мне мой первый лук, который сам сделал из тиса. Он научил тебя хорошо стрелять. Это правда. Есть еще кое-что. Я нашла двоих ваших. Их убил буревестник. Я с ним разобралась. О. Я отправлю кого-нибудь за их мешочком, чтобы вернуть семена. Хорошо. Я установила код в некоторых духов в песне долины. Расскажешь потом, как все прошло? Конечно. Эта машина боится огня.
готова. Еще один дух свободен. Эй, Зо! Элой, как дела? Пришлось искупаться, но соль готова к перезагрузке. Да, отлично. Готова. Потихоньку. Еще не со всеми закончила. Ясно. Я сообщу, как разберусь со своими. Спасибо, Элой. Последний дух земли. Зо, слышишь меня? Да, слышу, Элой. Установила код перезагрузки Зо. Он был опутан стеблями, но я ему помогу. Рада слышать. Зо возвращался в священную пещеру в конце зимы, и его праздник приходился на начало весны. И я помню, как сидела, прижавшись к... долины, и мы отправим сигнал перезагрузки. Я установила код во всех духов Земли, кроме одной. Осталась Ля. Я с ней. К востоку от главного поселения. Ладно, постараюсь прийти побыстрее. Ну, здравствуй. Что она делает с Ля? Элой. Может... Thank you.
Не буй, не порчи. Будет блестящим твой клинок. Да направят тебя десятые. Дела, баб. Мы должны разыскать все логово мятежных. Ты сомневалась в словах вашего? Слишком много. Тебе понадобится спарринг-партнер. Может, понадобится. Но мы не видели, что мы платили. Хорошо. Нас направит видение. И через несколько секунд всю рощу заполнил свет. Как в дни первых тенат? Даже. Ой, заглянула к старому другу. Хотел. Хотел. Ладно. Никак. Я сообщу. Доведет тебе. А вот и гора, на которой Танат дралась с буревестником. Бедненько. Кажется, здесь Катала хотела испытаться. Эй, Кат... Прости, что долго. Может, теперь... Отомстим за павших шерифов! Кое-кто тут слишком загадочный. Ты же не хотела мне говорить, что задумала сделать с Валом? Считай это моей местью. Справедливо. Пришли. И что же это такое? Увидишь. Идем. Хватит, не томи Катала. Посмотрим, как этой твари понравится железо. Берегись! Раненый зверь всегда! Твоя сила! Да направят тебя десятые! Твоя храбрость достойна! Планов дали... Будет проще! Сказала, что не было моего...
каких налетчиках вы говорите? Я могу полетать над морем и поискать их. Похоже, беглецы далеко не уплыли. Надо спуститься и все выяснить. Ее обездвижил. Thank you.
Так будет полегче. Нужно просто найти гирокомпас Квен в тех обломках. Как обузнаешь?
что ты жива, легенда. Они знали, на что шли. Наконец-то встал на ноги. К твоим услугам, легенда. Я в твоем распоряжении, Лик. Удачи в странстве. Добро пожаловать в причал. Привет, Альварус. Здесь я... Ну, возвращаюсь. Я сказал... Оу. Я увидел преимущество, но как мы сможем... Может, я... И он обещал... Думаешь, император? Если... Да. Мне пора идти. Конечно. О, привет. Все в порядке? Сказали, что здесь есть древние суда. Надо быть. Вот, затонувший корабль. Может, на нем есть нужные хариумы на кресте и детали для компаса. Какой-то источник питания. Наверное, да.
Надеюсь, стоит модуль датчиков цел. Датчиков нет. Но есть старая запись. Говорит судно «Анкоридж». Вызываем всех, кто еще жив. Кажется, модуль датчиков сломался. Но они пытались связаться с другими. Пожалуй, теперь я найду другого. Визор сможет их засечь. Эта машина не любит огня. Еще батарея. Возможно, источники питания смоют течение на дно океана. Поищу между двумя кораблями. Еще корабли, на них может быть нужный датчик. Возможно, мой светофор еще где-то здесь. Нам будет проще добраться до этих координат.
сидит смертокрыл. Отлично. Надо разобраться с ним, а потом поискать почек. Теперь нужно проверить ту антенну. Пригодится в бою. Вот и модуль датчиков. Все для Хариэм и Кристи у меня. Похоже, тут есть еще одна передача. Говорит Хэмилт! И опять все закончилось плохо.
Дорогу живой легенде! Хотя бы узнает, что ты жива, когда флот вернется. Я нашла ваши детали. А теперь не вернуться домой. Значит, надо починить игроков. Твоим услугам, легенда. Я с радостью изготовлю тебе любое оружие.